Сегодня я решил потроллить подписчиков админкой в Brookhaven. Посмотрим, что из этого получится. Итак, ребята, я залетел на VIP-сервер. Все вы знаете, что тут есть админка. Мы можем здесь делать какие-то очень интересные вещи. Например, убрать время, еще что-то, замедлить время и так далее, и так далее. Я решил пригласить своих подписчиков на мой VIP-сервер и поприкалываться над ними, чтобы они вообще, в принципе, охренели от того, что здесь происходит. Поэтому я сейчас кидаю ссылочку в свой Discord, приглашаю подписчиков. Если, кстати, тоже хочешь попасть в мое следующее видео, прыгай ко мне в Discord, ссылочка будет закреплена в комментарии. Я туда периодически кидаю ссылки на VIP-сервера, и мы вместе с подписчиками играем. Поэтому я сейчас кидаю ссылку, жду, когда подключатся подписчики, и начнется жара. Итак, ребята, ссылку я уже закинул. Это означает, что сейчас попрет народец. Я не знаю, но сейчас пока утро, но уже, смотрю, кто-то подключается. Пока что утро, все, может быть, в школе, либо спят еще. Но, смотрите, один человек уже есть, смотрите. Они все приходят и не понимают, что происходит. Смотрите, сколько уже народу набежало, ё-моё. Так, а мы с вами, смотрите, стоим вдалеке, чтобы нас не было видно. Смотрите, стоим сзади. Стоим сзади, нас не видно. Так, давайте мы попробуем переодеться с вами в кого-то другого, чтобы они не знали, что я — это я. Так, давайте быстренько сейчас какой-то костюм оденем. Ну, не знаю, давайте вот такой вот костюм оденем. Лицо другое, давайте другое лицо сделаем. Быстрее, пока они меня не заметили. Так, давайте вот такое. Давайте лицо сделаем. Давайте какую-то... я не знаю, зачем вообще лицо? Можно было вот так сделать, точно. Так, все, они теперь не знают, что я — это я. Смотрите, мы с вами переоделись. Но гляньте, сколько тут народу. Посмотрите уже, сколько народу, офигеть. Так. Что у нас тут происходит? Давайте мы сейчас зайдем. Они вообще, в принципе, не знают, что я — это я. Я тут переоделся, но они не понимают, где Брайс, пишут. Пишут, где Брайс? Вот здесь Брайс. Итак, ребята, подписчики уже в сборе, они все залетели. Это уже максимально, давайте попробуем над ними поприкалываться. Давайте сейчас возьмем, ребята, и поставим, так, 3 ночи, да, и 12 дня. И будем вот так вот делать, смотрите. Так, и смотрим, давайте чат откроем, будем смотреть, что они в чате будут писать. Так, смотрим. Так, куда он убежал, пишут. Так, все нормально, я никуда не убежал, я все еще здесь. Так, продолжаем, ребята. Интересно, они поймут, что у нас тут что-то неправильно происходит? Потому что не у многих есть VIP-сервера, потому что они по 100 робоксов стоят. Шторм пишут. Они пишут шторм, смотрите. Они пишут, смотрите, шторм. Они реально не видят, кстати, где я. Они куда-то туда убежали, я не понял, кстати, а почему они туда убежали. Наверное, кто-то подключился такой же, как я, или что, я не знаю. Они такие, что пишут? Они не понимают, что происходит, смотрите. Так. А, вот пишут, так, смотрите. Смотрите, ребята, мы начинаем вот так вот просто-просто люто. Я не знаю, походу их вообще это не интересует, потому что они пришли чисто, наверное, ко мне поиграть. Им вообще насрать будет, что происходит. Так, ладно. Брайс, привет, ты добавь меня в друзья. Ну, короче, как обычно, ребят. Ненавижу, когда вы просите меня добавить вас в друзья. Вы все прекрасно знаете, что я добавляю в друзья только спонсоров. Поэтому, если вы хотите попасть ко мне в друзья в Роблоксе, оформляйте спонсорку на канале, и только тогда я вас добавлю в друзья. Никак иначе вообще. Вот можете даже не писать, не просить, потому что у меня 60 тысяч. Вот вы можете даже сказать, вот ты зажрался, да, просишь деньги, чтобы мы тебя в друзья добавили. Но проблема в том, ребята, что у меня 65 тысяч заявок в друзья, и я могу добавить всего лишь 200, поэтому приходится делать вот так. Добавляю в друзья только тех ребят, которые хотят действительно помогать мне развиваться. Так что вот так вот. Итак, что мы продолжаем. Ну, я смотрю, их вообще уже это абсолютно не удивляет. Они пришли чисто вот ко мне, вот это бегают. Окей, что мы сделаем, ребят? Давайте мы сейчас включим полностью тьму. Полностью тьму поставим, 3 часа ночи. И гляньте, ни хрена не видно вообще. Смотрите, они пишут, пишут, смотрите. Нет, они не понимают, что происходит, темно. А вы думали, что будет светло вам? Да-да-да, вот такая вот темнота у нас, посмотрите. Не страшно, пишут? Подождите, не страшно. Давайте мы сейчас попробуем переодеться с вами как-то очень жутко. И будем бегать и пугать людей. Давайте вот это оденем, посмотрите, выглядит реально крипово. Фу, капец. Давайте, может, еще чем-нибудь интересное дойдем. Так. О, это еще жестче, посмотрите. Так. Все. Давайте свинью. Свиноголовыми будем. Давайте мы сейчас вот это уберем. Уберем вот эту штуку. Я не знаю, что это за лицо. И давайте поставим голову свиньи. Голова свиньи реально тут криповая, посмотрите. О, вот это жестко сейчас будет. Так, давайте.
А теперь нам нужно покраситься. Давайте в черную так покрасимся. Офигеть, вот это реально жестко. А, так, что можно сзади поставить? А, я даже не знаю, что можно сзади поставить. Мне кажется, этого уже достаточно. Так, ну может быть все-таки закинем? Что это? Что это? Ого, это что? Это типа медведь? Ой-ой. Так, ух ты, смотрите, мне нравится вот эта штука. Мне нравится вот эта штука. Она выглядит реально прикольно. Так, давайте эту оставим. Хотя нет, давайте эту не будем оставлять. Так, кто-то приехал. Кто-то приехал. О, нет. Они не знают, что это я. Смотрите, они все с фонариками бегают. Опа. Так, все, погнали, ребята. Берем топор. Берем топор и сейчас вот будем людей пугать. Так, давайте, где топор? Вот он топор. Так, побежали. Так, спрячемся. Пытаемся сейчас уплыть. А, куда спрятать? Давайте, знаете, как сделаем? Давайте мы вот так сейчас сделаем, чтобы нас точно не зашли. Ой, теперь мы сейчас будем искать людей. Итак, наша задача найти, где они светят фонариками. Они вообще не знают, где мы. Понимаете? Они вообще ничего не видят. Так, давайте. Что в чате пишут? Он на сервере, я спонсор. Ребята, в бункере светло. В бункере? О, тихо, вот. Смотрите, они здесь. Так, начинаем пугать девочку. Так, иди сюда. Мне кажется, она вообще сейчас... Она, мне кажется, они вообще сейчас это обосрались. Так, мы продолжаем, ребята, бегать и пугать людей. Если они возле бункера, значит, мы идем возле бункера. Так, смотрите. Смотрите. Так, тут все... Они здесь все. Мне нравится эта фишка. Они реально теперь будут ее бояться. Так, еще раз продолжаем. Так, иди сюда. Ищем Брайса. Где вот? Вот он, ребята, смотрите. Так, вот он, Брайс пришел. Смотрите. Капец, реально крипово. Я бы, если увидел такого чувака у себя, я бы просто охренел. Так, они говорят, что они где-то возле... О, давайте, знаете, давайте мы, короче, be right back напишем. И смотрите, мы сейчас будем вот так у всех пугать, смотрите. Смотрите. Офигеть, вот это сейчас жестко будет. Блин, только у меня в чате просто эта штука. Черт, они спалили. Они меня спалили, смотрите. Так, залетаем сюда. Залетаем сюда. Так, у нас тут тоже темно, тут свет вырубили. Не, мы тут свет не вырубили. Так, давайте сейчас вырубим. Во, вырубили. Вот это уже страшно. Вот это уже страшно. Не, ну тут никого нет. Тут никого нет. Так, продолжаем. Воу, девочка, девочка, ты не испугалась? Офигеть, вы посмотрите, вот это реально жестко. Так, пойдем еще кого-нибудь испугаем. А, нет, давайте не испугаем, давайте мы сейчас с вами выключим свет тьму, чтобы все было видно. И смотрите, мы тут можем еще с вами что-то включить. Мы можем с вами включить... Ой-ой-ой, ребята, зеленый, ребята. Посмотрите, зеленое небо, офигеть. Вот это сейчас реально будет жестко. И давайте мы сейчас, я не знаю, сможем ли мы включить или нет дождь или фог. Нет, фог у нас не работает, нам он не нужен. Рейнинг можем? Блин, рейнинг тоже у нас вроде как. Да, он все мешает. А флут? Давайте сейчас флут попробуем. Так. Флут turning on, please wait. Ну ждем. Ждем. Блин, все равно, ребята, отключают. Ладно, давайте делаем вот таким вот образом. Вырубаем флут, он нам не нужен. Ну вырубись. А, все. Вырубили, нет? Или врубили? Что-то я не понимаю. Мы походу, сломали тут все. Так. А, вот, все, выключается. Отлично, надо было подождать просто. Воу, ребята, смотрите. Смотрите, как... Вот это интересно. Вот это интересно, посмотрите. Я не знал, что так можно сделать. Это реально выглядит прикольно, гля. Офигеть. Мне нравится. Так, окей, пока мы тут ездим, давайте мы сейчас с вами включим зеленое небо. Бамс. Ребята, зеленое небо. Если мы встанем, кстати, ночью, если мы поставим, то у нас это, в принципе, не спасет нифига, да? Окей, ребята, зеленое небо давайте. 6 вечера. Нет, 3 дня. Вот так давайте поставим. И сейчас... Блин, да оно отключает все равно. Капец, ладно, обидно. Но ничего. В таком случае, ребята, мы, я думаю, затроллили знатно. Я думаю, они еще долго будут это помнить.